вообще делаю? Рассказывай, такие слухи по Москве пошли. Угу. Что там в пчелах, а Женя с пчелы поехала, что уже Москвы ей не хватает, уже нагулялась. А в пчелах там и горный бизнес, очень развлекательный бизнес, очень развит. Серьезно? Да, слухи такие пошли. Вот так, да, и что-то вот так пошло слухи. Там отрываться. Нет, все это фигня. Город детства ну, затух, потух. Понятно. То есть ты да. приехал и очень... Серо и уныло. Это как у тебя квартиру. Ну, правда, не в Челны, конечно, а в Измайлово. Вот, а я как-то раз... Там же живут другие люди. Ну, естественно. Да? И там ходят слухи, что там жил Антон Камолов. Нет, там никто... Да, мемориальная табличка висит. Мемориальная табличка висит про господина Щербакова. Да? Да, в честь которого и названа улица, где я жил. Вот, и было смешно. Я как-то раз приезжаю, знаешь, такой... А я приехал на велосипеде такой, встал напротив со старого дома, посмотрел, такая ностальгия, слеза скупая. Там кто-то играет на пианино, какой-то ребенок, наверное, и так, знаешь, так вдруг, как во всех фильмах. Ага, и такие... ты под дверью так стоял и слушал. Я был на улице. На улице просто было лето, открыты настежь, и музыка Шопена доносилась до моего слуха. Привет, Антон Шелест. Я очень мало сплю, поэтому у меня синяки под глазами. Это про меня, наверное. Глаза глубоко посажены, это про тебя. И вообще плоховато выглядишь, это тоже про тебя. Поэтому никакие... Шекспир сказал. Прокатилась дурная слава. Помнишь? Не осталось, да, забава. Пальцы в рот. У нас есть телефонный звонок. Алло. Ах, какая смешная потеря. Алло. Хоть слышишь, что Шелест на сцену скоро пойдет, петь будет. Алло, привет. Хоть слышишь, что я сестра Александра Малинина. Как тебя зовут? Алло. Алло. Привет. Привет, Антон. Привет, как тебя зовут? Джулия. Юля, ты из... Алло. Москвы. Москвы. Привет. Привет. Антон. Привет, Антон. Привет, Антон. Привет, Привет. Как дела у вас? Ой, ты знаешь, ничего, да потихонечку. Живем так потихонечку, так, у меня да. Что-то ну, кашель, что-то ну, не хватает, красит. Как всегда, денег. Может, да, кому сейчас знаешь, сейчас живется, сходил, да? Там немножко вышел из студии, а там накурено, кошмары. Ну, хорошо. Ну, немножко не доедаем. По-дурацки. Бывает. Ну, все равно так не выспался безумно. Вчера приехал домой в 12 ночи. Лег, а вставать тут в 5 утра и встал. Башка так, что-то как-то... Вот, ну, чего так... Алло. Ну, алло. Да. А шут, кого он? Ну... Кто мать-то? Мать-то кто? А мать... Срок маленький еще. А, конечно. Господи, я не понимаю. Эти ваши разговоры? Наверное. План. Би-план. Чао, бомбина, сори. Они там тоже, наверное, ногами так раскидываются, как блестят.